Перцы халапеньо, поджаренные на гриле, фаршированные сыром и обернутые в бекон – очень вкусное и легкое блюдо испанской кухни. Вкусная и быстрая закуска для приготовления на природе. Мало кто пытается уйти дальше стандартной начинки перцев рисом с фаршем и варки в кастрюле с водой. Я предлагаю немного расширить взгляд на фаршированный перец, разом поменяв начинку, способ приготовления, да и сам сорт растения. Подобную закуску очень любят мои друзья и родные. Начинку можно разнообразить зеленью или кусочками курицы. 1. Вымойте перец и очистите от семян, поделив его на две части. 2. Начините половинки сливочным сыром. 3. Оберните халапеньо слайсом бекона. 4. Готовьте закуски на гриле в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов.